Мы – Департамент внутренней политики правительства Вологодской области. Мы способствуем развитию территорий и улучшению качества жизни вологжан. Мы выявляем актуальные проблемы. Мы активно привлекаем жителей области к реализации общественно значимых проектов. В 2015 году мы активно работали по всем направлениям. В Вологодской области 2000 некоммерческих организаций. Они реализуют сотни социально значимых проектов. Мы создаем условия для воплощения общественных идей в серьезные проекты. Поддержку в 25 миллионов рублей получили 93 проекта. Усилиями общественных организаций в рамках проектов сохранено более 250 семей. Увековечено 25 тысяч имен погибших в Великой Отечественной войне. Занятия по душе смогли найти для себя более 12 тысяч ветеранов и инвалидов. При нашем взаимодействии проекты региональных НКО выходят и на федеральный уровень. В область привлечено еще более 27 миллионов рублей. Два проекта стали лауреатами премии Общественной палаты Российской Федерации «Я гражданин». А это значит, что благодаря нашим совместным усилиям еще больше гражданских инициатив смогут воплотиться в реальные полезные дела. Национальное единство и отсутствие конфликтов – залог спокойной ситуации в области. Мы разные, но объединяя культуры, мы провели мероприятие. Фестиваль национальных культур единства. Фестиваль спортивных единоборств. Цикл молодежных межнациональных встреч, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир по футболу на Кубок Дружбы Народов. Акция по сдаче донорской крови с участием национальных диаспор. Научно-практическая конференция о перспективах межнациональных отношений. В 2015 году мы разработали региональную программу в сфере укрепления межнационального единства. В 2016 году мы продолжим поддерживать многообразие культур народов, проживающих на Вологодчине, сохранив при этом уникальность наших северных традиций. В сфере развития местного самоуправления Вологодской области мы помогаем сделать местную власть компетентной и самодостаточной. Создаем условия для развития местного самоуправления, чтобы каждый житель Вологодской области имел возможность активно участвовать в сохранении и развитии своей малой родины. Для этого мы помогли укрупнить поселения, у нас появились новые перспективные территории. Мы обеспечили им дополнительную финансовую помощь. При нашей поддержке появился институт сити-менеджеров. Это главы администраций, крепкие хозяйственники с современными компетенциями и с планами на будущее развитие своих территорий. Мы оценили работу глав районов и городских округов, проверили эффективность труда глав поселений. Лучшие из них получили гранты, а для остальных глав это явилось стимулом к развитию. Губернатор Олег Кувшинников дал старт проекту «Народный бюджет», а мы обеспечили его реализацию. Жители поселений, предприниматели, местная власть совместно разработали социально значимые проекты, лучшие из которых удостоились финансовой поддержки. Мы поддержали старост, 20 наиболее достойных получили премии. Прямая связь с населением позволяет делать власть лучше. Поэтому совместно с коллегами мы подготовили и обеспечили проведение 37 визитов губернатора Олега Кувшинникова в районы области, в ходе которых он осуществил личные приемы граждан. За 2015 год мы приняли и обработали более 15 тысяч вопросов от граждан. Ни один вопрос не остался без ответа. Около 70% вопросов поступило через интернет. Из них почти половина в онлайн-приемную губернатора области. Совместно с коллегами мы запустили в работу сетевой справочный телефонный узел.
С помощью этого нововведения успешно прошла прямая линия с губернатором области Олегом Кувшинниковым, на которую поступило более 1000 вопросов. 14 декабря мы обеспечили проведение 3-го общероссийского дня приема граждан. Любой житель области в режиме видеосвязи мог пообщаться с представителями любых государственных органов и органов местного самоуправления. Организовали 95 личных приемов губернатора области и его заместителей. Мы реализуем проекты для самореализации молодежи, формирования у нее патриотизма, ответственности, гражданской активности. В 2015 году создан региональный волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Реализован проект «Электронная книга памяти Вологодской области», совместная инициатива губернатора Олега Кувшинникова и Вологодского поискового отряда. По общественной инициативе установлен памятник волокжанам, участникам Сталинградской битвы в Волгограде. Мы поддержали общественные инициативы «Знамя победителей» и «Бессмертный полк». В этих и других мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвовало более 10 тысяч молодых людей области, свыше 2 тысяч волонтеров благоустроили 466 памятных мест и 247 воинских захоронений. Наш приоритет – привлечение молодежи к общественному управлению регионом и поддержка молодежных инициатив. У нас уже более 3500 молодых лидеров. Основными площадками для воспитания лидеров региона стали открытый сбор студенческих активов, слеты волонтеров, сборы школьного самоуправления, областной форум «Медиапицца», сбор лидеров детского движения, слет молодежных активов. Для поддержки молодежных инициатив впервые проведен конкурс молодежных проектов. Активное взаимодействие жителей области и Департамента внутренней политики – залог успешного развития нашего региона.